Первая победа. Юристы и представители инициативной группы «Села Филипповская» Киржачского района добились признания земельного участка лесом. Об этом нам по телефону сообщила адвокат Татьяна Гусева. Напомним, в областном арбитражном суде филипповцы пытаются доказать, что участок площадью 1500 гектаров продан за 27 миллионов рублей незаконно. Они полагают, что земля нужна нынешним владельцам для строительства мусорного полигона и настаивают на том, что участок является собственностью Российской Федерации. Ответчики, представители предприятий Москвы и Подмосковья, нынешние владельцы, право государства на участок оспаривают и ссылаются на решение суда 2015 года. Но на одном из последних заседаний истец предоставил рассекреченный документ Министерства РСФСР 1967 года. Он доказывает, что проданная земля является лесом. Тогда участок предоставлялся Мытищинскому машиностроительному заводу для ведения сельского хозяйства с обязанностью по охране леса. Арбитражный суд решение 2015 года отменил ввиду вновь открывшихся обстоятельств. Я согласилась с доводами территориального отдела Росимущества и отменила по вновь открывшимся обстоятельствам принятый в 2015 году судебный акт, которым было признано до этого отсутствующим прав Российской Федерации. Для нас это такая маленькая, такая промежуточная победа, да, но все-таки внушает как бы сейчас уже, да, надежду, что суд, видите, обратил внимание на и на значимость документа, который мы рассекретили, да, в конце 2018 года. Он посчитал, что этот документ обоснованный, да, коль отменил судебный акт 2015 года и возобновил производство по этому делу. Заседание назначено на 13 июня.